студии Мария Градилина. Здравствуйте. В Мали будет создан комитет спасения народа. Об этом заявили военные, поднявшие накануне мятеж в этой стране на западе Африки. По их словам, республика погрязла в кумовстве, коррупции и анархии. Представитель новой структуры объявил о переходном периоде, который в разумные сроки приведет к всеобщим выборам. Пока же мятежники закрыли границы и ввели комендантский час. Переворот начался накануне на одной из армейских баз. Военные арестовали ключевых министров, спикера парламента, а через несколько часов премьер-министра и президента. Позже глава государства заявил о своей отставке, а также распуске правительства и законодательного собрания. При этом добавил, что выбора у него не было.